I'm still stuck on you. Оплата рекламы у меня суммарно заняла 15 минут. Я это делаю каждый день, я ненавижу это дело, потому что большинство блогеров, к сожалению, принимают оплату на карту, я вручную им перевожу за все рекламы, кидаю скрины менеджеру. Вложили 1,5 миллиона почти получается до конца этого года. Так как мы рекламную подачу протестировали, нужно переделать макет. Для этого я отправляю все материалы и примерный сценарий, как я вижу макет. Монтажер, она все это сделает, пришлет мне макет, и мы будем смотреть результаты уже с новой рекламы. Мы с вами закончили основные дела, которые требуют моего личного присутствия дома. Мне осталось сделать еще сториз в течение дня, я делаю 25 сториз в день, и быть на связи и так далее. То есть времени занимает все это до хера и больше.